22 февраля. Перешли мы на хорошую делянку. Тайга у нас зыкая уже. Не карандаши, как в комментариях пишут, а уже дубы. Шестерочки у нас тут просто. Ну как, вон дубы, я считаю, это дубы. На 36, 24, 40, 42, 44. Вон дубы у нас сейчас. Поедем, посмотрим. Пойдем, говорю. Посмотрим, как они там трелюют. Уже, конечно, не на 18 чекеров, а штук по 5. Это бедненькая 55-ка прет. Осины тоже дубовые. Ну вот, допустим, вот эта вот осина по центру. Она примерно выйдет одна 3,5 куба. Это 100% в ней 3,5 куба. Вот в этой, вот в этой куба 3, а вот в этой куба 3,5. Тут он уже подобрал осинки. Вот такой вот. Сейчас пойдем посмотрим, как почушку набирают на привальчике. Такие сокоры, мама, не горюй. Как у нас лесников. Если шапка падает при подъеме вверх голым, значит лес хороший. Если не падает, то лес херовый. Вон дубы на привальчике. Вон тут он чуть поперек вален. Нам, правда, запрещают чуть-чуть дубы эти валить. Говорит, мол, некуда девать. И мы в основном сосну выбиваем. Ну тут самое начало, тут маловато сосны. Осина, она больно-то и не нужна никому. Она дешевая, дешевый, куб дешевый. Нахер она нужна. А там, куда сейчас они едут, подойдем и поближе посмотрим. Там уже побольше сосенки. Ага. Разворачивается. Бичоли. Посмотрим, что там делают. А, тут чуть-чуть поперек. Это надо вытаскивать. Что, вытаскиваешь? Давни ножом, да назад отъезжай. Вот тут надо было заехать. Все? И нет. Может, что получится? Распихивай. Это не карандаши. Да переедь ее! Колян, переедь ее! И все! Что там? Тут многие вальчик обходят вот эти вот. И вынужденно приходится валить их поперек. Вот, переехал. Потом ножиком он это оттолкнет и все. Ага, на пенек аккуратней. Точно пенек. Ап, на пенек сел. Пошел. О, не пенты, там пень. За 55-ках надо заезжать сюда передом. Это вам не Т4. Он назадом не пойдет. И тем более еще и медленно. Вон тут дубы. О, тут еще камнями свалены. Понятно. Ага, тут двигает. Правильно, чтобы не мешалось. А вот такой дуб не уберешь сверху. Снизу вот возьмешь сосну, да он валяет, лежит. Все, ты ее хрен. Чекера порвешь. Да и так у нас сейчас чекера на таких дубах летят. Каждый день минимум по 2 штуки. О, тут намудрили у нас валилы. А, правильно, отодвинуть надо. Пёр. Ну
решился отсюда взять. Так. Стирать не бороды. Сейчас они, наверное, вот с этой возьмут. О, наш помощница проверяет, чтобы никто тут не лазил. Альма, иди сюда! Иди сюда! Иди, моя хорошая! Иди! Наша помощница! Ну, вот так. Хорошо, хорошо. Все, не мешайся. Так, все, Колян пошел. Шевелись! Ага, вот так вот. И потихонечку вот так вот он сейчас потащит. Уйди! А, пончики! Вот это дуры! Ач! Ехал! Это за той. И у нашего Коляна самое главное остановить, чтобы не перебрал. А то он раньше на Тэшке работал. Привык хапать такой лес по 20 с лишним тюкерей. Тут самое главное его тормознуть. Вот у него, ему сегодня помощника выделили. Он его хорош, все, Колян. Хватит. Он до сих пор уже сколько лет назад переливал на Т4. Отвыкнуть не может, что это таракан. Ему хватит и 5 штук. Таких дур. А сейчас он еще потом на второй переть будет кое-как. Ага, 3. Сейчас посмотрим. 2. Собака все с нами. Везде с нами, молодец. Ну, сосны тут примерно по 1,5 куба каждая. Ну, минимум кубовый. Короче, лес вообще сейчас сей раз нормальный. Зачетный вообще. Ага, 4-я. У нас 2 Коляна. 2 Коляна сегодня у нас. Николай, скажите, сколько будете брать сосен? 5, все нормально. Правильно, я говорю, да, дядю Колю останавливать вовремя. Пошла тайга. О, сучки это грибут. Все, сдохло. У нас, конечно же, тут с чекировщиком никакой техники безопасности. Мы тут ничего не соблюдаем. Хотя должны от пачки отходить по 10 метров. Трос аж хрустит. О, потащила бедненькую мандолину. А, застрял. А все, и чокер повалил. Где-то сюда уперлась сучком, видать. И не идет. Ап! Пошла, родимая. Вот так будет, вот так лучше пойдет. Да, вот это какую-то тайгу надо Т4, а не эту мандолину. Скажите, что лучше, Т4 или 55-ка? Т4. А 55-ку вы как считаете? Что за трактор? Таракан. Понятно. Короче, говно, а не трактор, да? Понятно. А сколько бы вы такого леса на Т4 чекерей зацепили?
25. Понятно, молодец. Лама. Но он еще одну хочет запустить. О, тут еще корявая такая. Так, ну тут тонкая, решил он еще шестую взять, ладненько. Ну да, она тут поперек, ее надо хапнуть. Так. Шустрее давай, Николаша. Шустрее. Что-то сразу на щит надо было взять. Щит. Все, мы все, бегим отсюда. Идет он на первый. На такой лес надо тяжелую артиллерию. А куда потом деваться? Вот это я понимаю дубы. То, что никогда нельзя делать. Прокатимся хоть. Хорош!